Приветствую всех друзей и подписчиков канала «Автоэксперт». Новый седан «Geely M-Grand 7 New» представили в Беларуси по случаю пятилетия завода «BelGee». Он будет продаваться не только на местном рынке, но и в России. Речь идет о седане «Geely M-Grand» 4-го поколения, в названии которого на наших рынках вновь используют «семерку». Дизайн кузова новинки напоминает флагманский седан «Preface». По фото эти автомобили легко спутать, что явно на руку более компактной модели. Новый M-Grand 7 оснащается атмосферным бензиновым мотором на 1,5 литра. Паре с ним идет 5-ступенчатая механика либо вариатор. Подробностей по комплектациям пока нет. Однако представители завода отметили, что даже базовая версия седана должна приятно удивить покупателей. Новинка будет продаваться на белорусском и российском рынках. Мы ведем работу над этим автомобилем. Хотим, чтобы он вошел в линейку следующего года. Цитирует гендиректора завода BelGee Геннадия Свидерского агентства Белта. Также он отметил, что сегодня не готов назвать цену, но подчеркнул, что мы будем делать конкурентные цены в сегменте седанов, поскольку это самый массовый тип автомобилей. На белорусском рынке запланированный объем составляет 1500-2000 штук ежегодно. По российскому рынку точных данных еще нет, оценки пока в стадии изучения. А в нашем телеграм-канале вы можете ознакомиться с интересными фактами из истории мирового автопрома, первым узнать о появлении новых автомобилей и последних технологий. Поэтому переходи по ссылке в описании и подписывайся, чтобы не упустить еще больше полезной информации. Идем дальше. Что еще планирует завод BelGee? Всего в этом году BelGee планирует реализовать 25 тысяч автомобилей, при том, что за первые 10 месяцев удалось произвести и продать 17 тысяч машин, из которых 14 тысяч пришлось на Россию. В связи с увеличением производства завод перешел на двухсменный режим, то есть работает 7 дней в неделю по 12 часов. Так что ноябрь и декабрь для нас горячие месяцы. Мы должны производить практически в два раза больше, чем летом, отметил Геннадий Свидерский. Производство Geely Coolray и Geely Atlas Pro продолжится в следующем году. Возможно и дальнейшее расширение линейки кроссоверов на BelGee. Есть новый кроссовер Geely Manjaro, который уже прошел сертификацию в России. Также прорабатываем вопрос, чтобы он вошел в линейку, доступную для наших потребителей, добавил Геннадий Свидерский. Напишите в комментариях, что вы думаете о Geely M-Grand 7 4-го поколения. Не забудьте подписаться на канал, ведь уже скоро выйдет новое видео с очередной новостью из мира автоиндустрии. С вами был канал «Автоэксперт». Всем пока!